значок НКАП, соревнования. Вот у меня сохранилось. И как раз в 43-м году, 18 декабря 43-го года, а 19-го у меня день рождения был. Этот значок Вера Ивановна получила за победу во всесоюзном социалистическом соревновании. Когда началась война, ей едва исполнилось 16. С первых дней начала трудиться в тылу. Сначала на серном заводе в селе Алексеевка, потом закончила курсы прессовщиков и вскоре уже стояла у станка. На предприятии, где работала Вера Ивановна, делали медальоны для солдат, где они хранили личные данные, посуду и детали для самолетов. Я сначала работала на одном прессе, а потом я стала на двух работать. Значит, на одной детали у меня, допустим, 5 минут выдержка, на другой 10. Значит, я тут раз заложила, сейчас прессу здесь. И вот на двух прессах. Потом я стала на трех работать, еще третий. Конечно, уставал, потому что 12 часов все время вот так, причем очень строго надо было следить за временным режимом. Выходных не было, все силы рабочих шли на то, чтобы обеспечить фронт. Вера Ивановна вспоминает, тогда у станков стояла в основном молодежь. Вчерашние школьники в тылу помогали бойцам на передовой приблизить победу. К нам эвакуировали 28 этих ремесленных училищ с разных заводов. И вы представляете, вот на станции ребятишки, ну что такое им там по 12-13 лет? Они же без родителей все. Вот их, значит, устраивали там в общежитие, и как им сложно было на заводах. Но они быстро осваивали и работали, и выполняли задания, и стахановцами они были. Чтобы подвиг тех, чьи детство и юность забрала война, стал примером для современной молодежи, Вера Ивановна ведет активную патриотическую работу. Вместе с ветеранами-единомышленниками издала две книги «В труде, как в бою». В них собраны воспоминания тружеников тыла о военном времени. Их около сотни. Следующий шаг – создать музей, посвященный рабочим заводов Безымянки. Всю экспозицию создавать вместе с заводскими музеями, но не повторять его просто вот как заводские музеи, то есть повторять все, что у них есть, а просто отобрать часть их материалов, дополнить их там архивными материалами и так далее, и на базе этого музея, значит, показывать лучших людей наших куйбышевских, самарских, так, значит, и ученых, и рабочих, и руководителей, и изобретателей. Чтобы воплотить идею в жизнь, предстоит еще много работы, говорит Вера Ивановна. Главная задача – найти помещение. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, «События».